Привет, друзья! Принесли мне в ремонт вот такой контроллер. Слышь! Хорошо. Джойстик от Xbox. Я подумал, что для многих будет полезно показать, как он разбирается. На самом деле, все просто. Для разборки нам понадобится отвертка Т9 с отверстием. И еще одна Т6, но уже для откручивания платы. Лопатка и пластиковая карточка. Удаляем крышку отсека питания, под ней мы видим наклейку. Там-то и спрятан один из винтов, не забываем про него. А пока необходимо пластиковой картой поддеть крышки, скрывающие винты с левой и с правой стороны джойстика. Поддеваем и отгибаем в сторону. Хоть и пластик очень крепкий, но все же тянуть лучше без фанатизма. Теперь аккуратно поддеваем наклейку в отсеке питания, отгибаем ее в сторону и откручиваем винт. После чего откручиваем 4 винта по периметру джойстика. Теперь верхняя и нижняя часть без проблем снимаются под собственным весом. Вот и все. Хотя нет, не все. Совсем забыл сказать. Для тех, кто не в курсе, я тут спонсорство у себя на канале оформил. Там пока не так много всего, но кое-что есть. Даже иконки нарисовал. А вот теперь вроде все. Я очень рад, что вы смотрите мои видео и ставите лайки. Спасибо вам за поддержку. Всем удачи и до скорой встречи!